Он умеет хранить секреты. Так как же связаны взрывы на советских газопроводах и вывод из строя веток Северного потока? Но еще лучше, он умеет их добывать. Вот что арестованный немецкий гросс-адмирал сообщал советским офицерам о подпольном движении «Вервольф». Уникальные документы, инсайдерские сведения, конфиденциальная информация из закрытых источников. Данные из ноутбука сына нынешнего президента США, по сути, мина замедленного действия. Секретные материалы с Андреем Луговым. Каждую среду в 19:40 на телеканале «Звезда».